Так, вы посмотрите, травка какая, газоны какие. И наш парк Глобы. Это просто ужас. А здесь огромная территория. На эти, на экстремальные горки. И пойду на горки, да? Ну вот. И шла бы так, как белый человек с бутылочкой. Посасывала потихоньку. Вообще огромный парк такой. Нам на него надо тоже. Ну пошлите к нему сразу. Мы его здесь нашли, только где его конечная? Товарищи, мы же не будем за ним идти. Он, наверное, где-то там, сейчас он оттуда. Хорошо, пойду узнаю. Пойду узнаю, где паровоз. Все, мы увидели паровоз. Такой паровоз получше, чем у нас. Подойдешь. Подойдешь к самолету. Добротненький паровозик. Такой фонтан. Тут одни везде паровозы ездят. Там, оказывается, в начале парка их конечная станция. И нужно там идти покупать билеты. Но мы уже погуляем, а потом пойдем на паровоз. Вот это она тарахтит, эта штука. Слушайте, она скоростная такая. Ой, мама, да. Ой, какая она быстрая. Что я обрыгаюсь? Беспилотный аппарат у меня тоже слабый. Так и там не успеваешь, не успеешь обрыгаться. А я помню, я прокатнулась, меня так тошнило. Я с Мишей, и с Машей прокатнулась на скиши. Ну, она быстренькая. Она у нас в парке, где Галина веселая. Да, ты шо, веселые горки не о чем. Саша, ты будешь кататься на таких? Чего? Сейчас что-то здесь улетит. Две девчонки, по-моему, сели в этот шарик. Натягивают резинку. Сейчас будет выстрел. Обалдеть. Обалдеть. Они там, наверное, помокрели. Хорошая штучка. Сейчас и Катя с Мишей выйдут на американские горки. Сейчас и мама. Вот они выезжают. Катя вон машет. Сейчас будет орать. Мама сейчас проедется. Да, Артур? Катя громче всех орёт. Хм.
Эмоции, эмоции. Делай, посмотри. Такой урод. Зато память. А спросить можно? Ой, так они такой рамочки прям делают. Ну куда ты тянешь? Я просто так держался. Я держался за вот этой вещи. Я так просто в нее упирался, чтобы он... У меня лицо прям расквасило еще больше. Пошли на колесо. Там он лучше, он на это. Сам иди лучше. Я туда не пойду. Там они там чуть не упили. Мы вообще, я как увидела, у меня был шок. Посмотрите, это как страшно. Знаешь, что там? Да не, я туда, я же знаю, что это. Смотрите, вот оно так. Ну, как вам это? У вас было слышно? Так я не кричала, не успевала. А там впереди сидела, ну, орала. Да, да, впереди девочка сидела, кричала. Да, вышла, вот, конечно. Так, меня как-то придушило. Просто что вы хотят, Надя, как это? Не там понятно. Такая маленькая девочка. А там не чувствую. Артур, Артур, бери билетик, дядя, бери. Да. Он просто привык, что у нас на паровозе. Там покупаешь, а билет сам отдаешь кондуктору. А здесь наоборот, дядя нам дал. И смотрите, вот маленький мальчик едет. Экскурсия по парку. Конечно, он видел. Это прошлогодняя футболка. Мы уже ее выпачкали, да, Артур? Не капали. Сынок, ты доволен? Мы нашли твой паровоз. Маш, ты довольна? Дай папе отдадим. Маша, нет, отстань. Папа, сохрани билетики на память мы Артуру. А раньше, помните, я пошутила. А раньше, помните, мы сохраняли билетики. Доволен? Сейчас будем ехать. Дядя сейчас соберет со всех денежку и будем ехать. Тут тоже покатаемся. Я ли маленький? Чего? Я люблю на них кататься. Да. Так вы посмотрите на воду, все идеально чисто. А показано, что она где-то... зеленая. Все. А что мне показывает, что я где-то вообще в лесу? Да. Большой парк вообще. А вот фонтан. Фонтанчик, да. Да. Там дальше скейт-парк. И зеленая. Зеленая. Еще даже магнолия вон. Да, у них магнолия. Да. И магнолия, и эти. Вообще, мы все в восторге от этого парка. Шикарный парк. Где? А я не вижу. Говорит, канатная дорога. А, да. Надо идти. Это прикольно. Да. Это не как на американских горках, что ты там летаешь на большой скорости. Да не, лучше американские горки. Да. А там вообще вон за зонтики летит. Вот цветы, смотри. Не знаю. Пошли, я тут с ним покатаюсь, раз ты не хочешь. Мы покатаемся.
От меня на все-таки это колесо. Я американские горки люблю, а вот колесо обозрение не очень. Мы пришли в детский рай. Сейчас пойдет Артур сюда кататься. Сейчас остановится и пойдешь сюда кататься. Женя, хочешь здесь? Тоже. Не, этот слишком. А сюда, Женя, хочешь? Сюда можно покататься. Ну иди. Пойдешь? Я дам тебе билет. Не пустили нас сюда, здесь, пошли сюда, здесь до 6 лет, ну, конечно же, нам уже больше, поэтому нас сюда не пустили. Идем, Женя, ты идешь со мной? Идет кататься на вот этот вот лодку. Мы подождем, пока Женя покатается. Стой, стой, мы не пойдем, Артур. На следующий. Вы на следующий? Женя будет кататься. Оп. Что-то опускается. Страшно? Качается. Да подожди, дядя занят. Сейчас наша очередь наступит, и мы поедем. Подожди, сыночек. Вот как у нас лебеди, здесь слоники. Как красиво все сделано для детей. Какие молодцы. Почему мы раньше сюда не приезжали? А это что за очередь? Так, мы идем сюда. И так, не ной, сыночек. А Артур тут впервые, поэтому, конечно, ему все. Идем вот на слоников. Летающие слоны. Выбрали себе слоника. Нас уже идут закрывать нас. Ой! Для взлета мы нажмем. Давай, я тебя пристегну. Если тут можно, конечно. Можно. Нам не хватит. А, хватит. Я думала, нам не хватит. Давайте. А, еще вот так, да? Вы будете. Да, 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 мы знаем. Взлетать. Взлетать. Руки доставай, Артур. Держись. Держись. Какие классные. Не самолетики, а слоники. Да, класс. Наверное, рюкзак. Вниз поставить. Мне уже растрепано. Сынок. Сына. Какие, видите, какие слоники. Вот. Класс. Не знаю, шикарный парк для детей, ну просто действительно молодцы. Поехали. Мы едем на самую высоту. Отпускай, и оно будет спускаться. Оп. Видишь, спускается. Нажимай, оно поднимется. Артур, нажимай. Нажимай, зайка. Мне надо только по сторонам же посмотреть, как они все поднимаются и взлетают. Нажимай. Еще жми. Ух ты, смотрите. Это, наверное, самая большая уже точка. Ну, Саша пошел на колесо обозрения, конечно, там у него будет... Там будет самая большая точка.
Там Женечка стоит, нас ждет. С смешанным самокатиком. Класс. Опять давай наверх. На жабках, да? Пришли на жабки. На жабках я еще не каталась. Артур, ты держишься на жабках? Какие жабки? Держись. Держись, держись. У-ху! Смотри, жабки прыгают из чего? Держись. Квакают, да, еще и квакают. Вот и жабки. Слышишь? Ой, а вот там можно поливаться, детки поливаются. Брызги стоят. Квакает жабка, сынок. Класс. Артур не может понять вообще. Конечно, сложно первый раз, потому что... Она вообще не знает территорию, не знает, что тут. И, конечно, первый раз весь такой сосредоточенный, все смотрит. Сели, ждем, пока там в комнате страха покатаются детки постарше. Расскажешь впечатления, как тебе о парке? У нас... Такого не хватает. Вообще. Такой большой город Днепр. А парк наш Глобы, это просто жалкое подобие. Но тут просто не знаю. Людей... Чистота, порядок. Да, конечно, лучше приезжать в будний день, мы уже поняли. Потому что везде на аттракционах огромные очереди. Смотрите, как цивильно сделано. Везде есть туалеты. Вот такие вот, вот это здание, это туалеты. Бесплатные. Бесплатные, вот именно, да. Притом в них вот чисто. Вот бесплатные. Цены адекватные. Да, а цены? Детские билеты по 30 гривен, а взрослые по 50 на взрослые аттракционы. Паровозик наш, мы на нем уже катались. Вот на этом паровозике 30 гривен. У нас на паровозике, чтобы вы понимали, 3 минуты, сколько мы 60 платим. А здесь 30 и катается 11 минут. Не знаю, вообще молодцы. Поэтому везде очереди, потому что цены доступные, реально. Доступные цены. У нас если сделают, у нас будет космос. Да, вот Саша катался на колесе обозрения 50 гривен. Вообще. Да, вид хороший. Я немножко там снял, покажу. Да, я вставлю видео. Но вообще, конечно, мы поражены масштабами парка, везде все чисто. Мы с Артуром ходили в туалет, стоит же уборщица, все убирают. То есть они там постоянно дежурят, смотрите, тоже вышел уборщик. Вообще чистота. Молодцы. Да, у нас в парках еще прошлогодние лифты. Вы посмотрите на... Не знаю, я буду восхищаться этим парком еще долго, действительно. Ну, правда. Аттракционы все новые. Аттракционы, да. Все нигде не пошкрябаны, не пообдёртые, не ржавые. Так на колесе обозрения можно хоть покататься. Я не пошла, я побаиваюсь. И плюс еще, как бы, не знаю, как отреагирует Артур, а выйти нельзя. Да. А у нас, как бы, мы катались с ним на колесе обозрения у нас, но оно таком же ж маленькое, там быстро, в принципе, а тут... И с погодой нам повезло. Мы всю неделю смотрели, что будет за погода. Дожди постоянно менялись, а потом раз и все поменялось. И погода просто шикарная. Что все сложилось. Хотим туда еще к фонтанчику пойти. Я уже не хочу на аттракционах, уже покатались. Я хочу к фонтанчику пойти и хотим на канатную дорогу покататься. Вон цепи нормально-нормально, на высоте тоже катаются. Слёга, положи в карманчик вот это. Последи, найди бурки. Фу, ёханый бабай. Ты меня фотографируешь? Я себя снова. Давай, всё. Доня! А, тогда лучше ты тебя. Да ты лучше поснимай, мам. Давай я лучше тебя дам. Сними ты, мам. Что ты там? Смотрите, как красиво. Ой, моя женщина, господи.
О, у меня тут, кстати, вид красивее, чем у вас. Я смотрю на твой. Хороший вид такой. Посмотрите, вот назад мам. Юля держится! Юля! Для смелости хотела хряпнуть, не получилось. А вот, так смотрите, у них тут новый этот строится. Ты по трубе будешь сползать, если что? Я буду держаться за него. Дома прикольные. Ничего себе, видончик. Кусок эмоций сейчас получим. Когда мы еще не на самой высшей точке. Юля, ты бы лучше не отпускала трубу. Ну и что ты, мам? Сейчас я тебе раскоплю. Да, так. Хотя нормально. Высота уже приличная. Он так с парашюта прыгает, там вообще сдохнешь. Как и поднимаемся, так и спустимся. Это еще так долго. И нас фоткали. У меня на голове некрасиво. Сейчас у нас тоже самое. Представьте, что вы сидите на диване. Не переживайте, вас здесь никто не видит. Ты снимаешь нас крупным планом, что ли? Да. Саш. Мишань. Я, конечно, прекрасно увидела. Видно там сзади небо или что? Да. Маша, веселее. А, ну посмотри. Ой, это что, еще колокола? Это будет жилой дом прям в парке. Так, а я же говорю, смотри, какие прикольные дома. Угу. А вот там и вообще. Пришли к фонтану. Людей, конечно, очень много. Саша, Саш, нам в эту сторону. Уточки. Вот ну, уточками нас уже не удивишь, конечно. У нас шикарные утки в яхт-клубе. Но вообще, конечно, облагородили очень и очень хорошо. Фонтан. Фотосессия цветов. Красота. Смотрите, как. Так, а вот смотри, вот такие же, они, по-моему, это маки разноцветные. Очень похоже на маки, но не знаю. Вот это не мак точно. Не знаю, какие-то разновидности. Напишите, пожалуйста, если знаете, что это за цветы очень красивые. Нет, ну вот это похоже на мак. А вот этот красный ты видела? Вообще, это какой-то пышный мак тогда. Очень пышный, какой-то гибрид, наверное. Очень красиво, да. Женечка. Прям такие клумбы. Прям ходишь, честно говоря, везде хочется все снять, сфотографировать. Очень красиво. Прям разные еловые. Такие. Я, конечно, не знаю, как это все разновидности называются. Но и правда, очень красиво. Иду искать, пока я тут снимаю, фотографируюсь. Мои меня терпеливо ждут. Взялась мороженка. Артурик, сейчас ты мне его и вытряхнешь, это мороженка. Первое, что решили взять, попробовать мороженое. Артур, дерево. Оно хоть и засохло, но не надо. С таким красивым видом покушаем мороженое. Видите, тут еще магнолия даже цветет. Уже, конечно, цветает, но все равно. Немножко мы ее застали. Что происходит? Ма, помаши цыпленку, сынок. Ой, обнимашки с детьми. Боже, как мило. А со мной можно? Я думаю, не нужно. Почему? Смотри, какой цыпа. Смотри, какой... Не бойся. Не бойся.
Какой хороший, сынок, ну не бойся, смотри, цыпа какая. Класс. Помаши, Женя, ну ты же взрослый мальчик. Ты что, застеснялся? А там какая-то спортивная площадка. Зай, мы не туда пошли немного, да? Вон когда-то дорога вон. Так вот дорога вот эта. Пройдем, да? Да? Да, 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 да. Ну хорошо. Да, канатная дорога. Уже начало канатной дороги. Все, пока идете. Помнишь, где мы проезжали? Канатной дороги. Все. Зачем? Ну что, вкусно, Зай? Хотим покататься, может быть, на канатной дороге. Не понравилось? Чего? Ставила ему маракуйю попробовать, ему не понравилось. Почему? А мне понравилась кислинка такая. Да, и ты едешь и смотришь. Вообще класс, мне нравится. Это не кабинка 80-х, это новые кабинки. Ой, Женя, ну кабинки ты сравнил. Кабинки 80-х это у нас в городе, а тут прикольно. Да, да, здесь новые. Здесь там вообще. Станешь мне его поиграем. Смотрите, тут площадка для волейбола. Тут, ой, для, ну, правильно, волейбол, тут баскетбол. А там футбольное поле. Здесь еще одно поле. Не знаю, я, кто, у кого есть возможность, приезжайте в Харьков, не пожалеете, шикарный парк. Сейчас мы пойдем узнаем за канатную дорогу, куда она. И как она ездит. Я каталась на нашей, у меня был плохой опыт, и я ее прям запомнила. Мне казалось, что у нас там как-то было неудобно выходить. Ой, как... такое даже можешь не рассказывать, это ужас. Посмотри, раз, раз. Надо быстро запрыгивать. А мы сможем с Артуром запрыгнуть? Да, все. Другой раз покатаемся. Так становись, Миша, с мамой покатаемся. Но он же один не будет. Чего, с мамой вдвоем и с Машей? Решили, что побоялась я с Артуром туда. Решили, что пойдем в динопарк сходим. Дети начали... Ой! Ну мы знакомый голосок! Да. Дети начали говорить, что они не хотят. Хочешь, Миша, покатайся? Мы думаем, идти нам еще в этот где? А для взрослых 150, да? Ничего себе. Вон там динозаврики. Просто там так громко музыка играет, Артур испугается. Мы... Ой! Мы, к сожалению, не везде можем пойти с Артуром. Потому что Артурчик громко слишком там. Но мы тоже, наверное, сюда не пойдем. Потому что очень-очень громко, повторюсь. Это конусы, они, интересно, сами ставят или они прям тут есть? Пошлите, мы здесь мешаем. Так мы просто проходим. Тренировка, да. Тренировка. Да там мы тут выгулялись, конечно, уже. Детская площадка. И тут тоже так все вот красиво высажено. Какой у них, интересно, тут рабочего персонала. Потому что реально везде нет ни одного листика, соринки. Меня. Ой, смотрите, Мэри Поппинс. Мы же когда проезжали, я там говорила. Летит. Летит Мэри Поппинс. Наша бригада. Ух. Подожди, может там где-то еще есть туалет? А вон он, знаешь, у нас прям дальше есть.
Смотрите, прям даже машины ездят и моют, чистят. Давай, я тебе... Жень, дай я ее так сфотографирую. Огонь вообще. Маша, давай красиво. Давай. Да, давай. Ой, какая... Да, звезда. Принцесска. Это красивая. Юль. Это сакура до сих пор? Китайская вишня? Повторяю, это сакура. Она маленькая. Да? Вовремя мы покатались на аттракционах. Посмотрите, это очередь. Наверное, люди попросыпались и пришли в парк. Людей стало очень много. Мы вовремя приехали. Мы рано приехали, в 11. Спасибо этому чудесному месту. Нам здесь все очень понравилось. Да? Да. Да, очень сильно. Вам очень всем понравилось. И мы уже идем к машине. Скорее всего, сейчас зайдем в Макдональдс, поедим перед дорогой. Нам нужно что-то очень по-быстрому. И поедем домой. Не хватило нас на второй парк, силы нас покинули. Да, и Саша уже говорит завтра на работу. Мы сейчас зайдем в Макдональдс, у нас еще куча энергии. Силы появятся, да? Да. У Саши они уже... Женя, извини. Вот главный выход, но мы машину там оставляли, поэтому идем в эту сторону. Видите, постоянно везде ходят уборщики, убирают вообще. Поэтому в течение чисто. Дня. Поэтому чисто, да. Чисто, аккуратно, красиво. Вообще, ну посмотрите, нет ни одного листочка. Ну, может, они там опадают. А ни одного листочка. Такие вертолетики.